Украину накроет антициклон. Синоптик рассказала о погоде в первый день новой недели. Погода в Украине 11 ноября будет находиться под влиянием антициклона, потому осадков почти не будет. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко. Понедельник в Украине и дальше под влиянием антициклона, поэтому 11 ноября серьезных осадков не предвидится. Разве что хвост атмосферного фронта черкнет, слабым дождем по восточной части, рассказала она. В западных областях, по данным синоптика, вероятно туманы, температура воздуха особо не меняется. Ночью в Украине плюс 3, минус 4 градусов, днем плюс 4, плюс 7 градусов, в южной части плюс 6, плюс 9, на юге Крыма плюс 10, плюс 12 градусов, добавила Диденко. Ветер будет восточных направлений, небольшой или умеренный. Погода в Киеве и на ближайшие дни. В Киеве 11 ноября осадков не ожидается, ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 4, плюс 6 градусов. Но уже с 15 ноября осадков в Украине станет больше. Погода в Украине. Ноябрь – месяц не из теплых. А учитывая прогноз синоптиков, согласно которому, в ноябре 2024 года температура воздуха упадет на 5-7 градусов, похолодание, по всей видимости, уже не за горами. Добавим, что ранним утром 10 ноября на горе Попы-Ван наблюдались порывы ветра до 12 метров в секунду, а мороз держался на уровне минус 4 градусов. Добавим, что в Украине на 10 сентября синоптики предупреждали о сильных туманах. Так, в Киеве и области видимость прогнозировалась на уровне не больше 200-500 метров.